сегодня 14 марта, мой день рождения. Уже принимаю поздравления. Уже начали поздравлять меня с 12:00 с утра. Поздравления, подарки. Очень приятно. Всем спасибо. Сегодня у нас, слава богу, чуть-чуть потеплело. Вчера вообще было холодно. Холодный ветер. Сегодня обещают плюс 20. Но с утра прохладненько. И даже вот есть ветерочек. Я еду на работу. Вот моя сумка рабочая. Кстати, со вчерашнего дня я приступила уже к работе в школе. Учитель-переводчик. С русскоязычными детьми. У меня 5 детишек. Вот, до 6 класса. Я езжу в школу с двумя пересадками. На дорогу уходит у меня час. Вот. Сегодня так что мой день. Вот. И направляюсь на остановку. Муж, кстати, муж приготовил, ночью готовил вчера мияку в суп, мясо пожарил, подарочки подарил. Муж уже сделал подарки. Красиво, да, ребят? Смотрите, самолет, какие облака. Очень красиво. Я решила чуть-чуть пройтись пешочком. Сегодня вроде погода, ну, чистый воздух. Уже теплее по сравнению с тем, что было вчера. Вчера еще утка, многие в пальто были. Я направляюсь на остановку. Вот такие дела. Я пришла в школу. Это школа с 1 по 6 класс. Двор, дети и все такое. Вот так выглядит школа. Сегодня у меня 3 урока. Пришли в узбекское кафе Самарканд Болт. Вот тут есть музыка узбекская наша. Шашлык. И шурпу уже доедаем. И лепешка очень вкусная была. Сладкий чай. Это для... Это Милочка. Приехала она с города Гуми к нам на праздник сегодня. Отмечаем. Пообедали очень вкусненько. Саша, я, Милка. Заказали шашлык. Выпили винца. Погода сегодня классная. Сейчас идем дальше гулять. Сейчас посидели, чай попили, на юнку забрали из садика. Вот. Погода классная. Сегодня у нас праздник, женский день. Так что отмечаем. Мы находимся на Шине. Вот такие вот кафешки, очень много. Норыбаны, караоке. Современные красивые здания. Очень красивые. Молодежь здесь гуляет. Здесь как Бродвей. Вот такое вот интересное место. Вся молодежь насобирается уже. Вечер. Вот. Открытые у нас вот такие вот кафе. Молодежь собирается, тусят, кушают. Вот, кстати, этот, тут хлеб продают, пирожные, мишка. Пришли, отдыхаем, теперь сели на скамейку. Слава богу, скамейку нашли. Вот здесь кафешки. Thank you.
Вовочка, скажи всем привет. Как дела? Мы пришли кушать чикен кассу. Короче, этот курица во фляре, да? Во фляре. И здесь вот такая вот. А здесь вот бесплатно можно взять бульончик, каша. Это твое, наверное, каша. Салатики. Дети там играют в игровой, а тут робот. Робот принес нам еду. Твое? Робот принес Ловкин заказ. Напитки. И там вот игровая детская. Дети могут играться. Видео. Привет! Снимаешь. А потом буду я тебя сфоткать. Классно. Давай. Муж сказал, вот ты с кем да, изменяешься. Изменяешься, да? Нашла себе. Ну. Сегодня с Сашенькой встретились на мой день рождения. Как я рада, счастливая. Здесь такое место, да. И как раз рыбки. Я же рыба. Мне очень, да, это моя стихия. Очень красивое место. Нам готовят вафли шоколадные с кофе. Вот такие вот рыбки. Your muhabbat can't be buried down.